О, да! О, приветствую, авантюрист! Дела мои плохи. Ты можешь помочь? Да, конечно. Что тебе нужно? Сейчас тяжелые времена. Я с большим трудом могу накормить свою голодную семью. Да, чувак, я это понимаю. Тяжелые времена. А что еще хуже? Моя матушка живет с нами после того, как орки разорили ее деревню и сожгли ее дом. Боже мой, это ужасно. Да. Так что, авантюрист, ты мне поможешь? Да, разумеется. Что мне надо делать? Ну, что лучше, продать ребенка или убить матушку? Что? Я слишком многих должен накормить. Так что лучше, убить матушку и сэкономить еду или продать ребенка и купить больше еды? Ай, авантюрист, помоги мне принять это сложное решение. Может мне просто сходить и добыть тебе немного еды, если ты хочешь, ну, немного еды или даже золота? Как мне поступить, авантюрист? Да как угодно, кроме этого. Я могу пойти и убить орков, если нужно. А, жестокая судьба. Почему я должен выбирать? Да никто не заставляет тебя выбирать, чудило. Скорее, авантюрист, время истекает. Что? В смысле? К чему такая спешка? Если бы только был другой способ. Есть другой способ! Мир так жесток! Зачем ты заставляешь меня так поступать? Мир не заставляет тебя делать этого! Смотри, просто подожди! Я могу сбегать и принести тебе немного еды или золота. Возможно, у меня даже есть с собой. Погоди. Вот, возьми это. Кто же это будет, авантюрист? Мое прекрасное дитя? Или моя чудесная матушка? Скорее, авантюрист, время почти на исходе! Какое еще время? Что за время? Бред какой-то! Быстрее, авантюрист! Время почти закончилось! Нет! Пожалуйста, не заставляй меня! Я не хочу выбирать! Пожалуйста, не заставляй делать выбор! Что ж, да будет так. Твоя правда, авантюрист. Это слишком сложный выбор. Боже ж ты мой! О, господи, спасибо тебе! Я не хотел этого делать, но ты не оставила мне другого выбора! Нет! За что? Прощай, мамочка! Я буду любить тебя до конца своих дней! Пойдем, дитя. Настало время отвезти тебя к оркам. Стой! Куда ты ее поведешь? Не волнуйся. Орки обещали, что они позаботятся о тебе в твоем новом подземном домике. Чего? Если бы только авантюрист сделал выбор, то ничего бы этого не произошло. Ну, я вообще в этом не виновата. Попрощайся с авантюристом. Прощай, авантюрист. Отныне я буду жить в подземелье. Меня тошнит от тебя. Что за ёбаный пиздец? Да боже мой, что за мрачняк? Перевел Кил Кирсона, озвучено, как всегда, в странном местечке. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на наш канал, а также подпишитесь на канал Вив для Dirt League, авторов этого контента. Где-то вот, где она сейчас показывает, будет шарик, кнопочка перехода на их контент, на их канал. Подписывайтесь на них, ставьте им лайки, пишите им в комментариях. Люблю, целую, с вами был, как всегда, ваш Капрал Нутрал. До новых встреч.